Засада, стрельба, погоня. А теперь обо всем по порядку. В Ломоносовском районе выясняли отношения продавцы виртуальных денег и представители покупателя криптовалюты. Последние были из мира реального, с манерами из прошлого 20-летней давности. Требовали вернуть сумму, которую их наниматель якобы переплатил. Трое с характерным акцентом вышли из «Мерседеса», который переградил путь внедорожнику. В нем находились тоже трое. В ходе переговоров консенсус найден не был. Двое представителей криптовалютного бизнеса получили огнестрельные ранения и упали на землю. Один сумел убежать, он вызвал полицию. Погоня за «Мерседесом» с дерзкой троицей закончилась в Тверской области. В результате вот эти колоритные мужчины были задержаны. Все не старше 30 лет.